Ну что ж, друзья, всем еще раз привет. С вами Фланки, с вами Бомбини. Мы продолжаем следить за серией Imperial против Pain. Уже вторая карта у нас стартовала. Пистолетный раунд прямо на ваших экранах. Первую, как мы вспомним, выбрали Pain, но проиграли ее. И сейчас настало время выбора команды Imperial, которая, я думаю, с плюс моралью сейчас подходит к этой карте. Ну да, имперцы подходят на плюс морали именно к своим оппонентам. Они выиграли их пик. У них есть хороший оверпас, который мы говорим на протяжении всего РМР, но тут и Фоллен отвечает за Фера. Болс, увы, не было вижена у него на оппонента. Пока что обороняются даже с одной потери, но обороняются игроки. Пейн. Так, мы видим, продолжает преимущество свое усилять в этом раунде. Винни здесь, конечно, делает минус в ответку из монстра, возвращается просто посмотреть, что тут происходит. Ну и в итоге фраг один нашел. Дальше у нас, как мы видим, идет Винни на поиски еще и за бочками игрока. Находит его, но, правда, уже потерял своего тиммейта при этом параллельно. 1-2 ситуация для Винни, и тут два игрока как раз команды Пейн и находятся, никому даже перемещаться не надо. Дефьюз киты, кстати, тоже перед ним лежат, так что здесь, скорее всего, раунд должен быть простым для них. Ну и пистолетку на карте оверпасса они забирают. Так же, как и на карте Вертига, берут пистолеты. Но при этом мы понимаем, что это только пистолеты, это пик команды Imperial. Ну, я думаю, что сейчас может быть достаточно интересно. Опять же, ждем первое оружие на исполнении Fallen и компании. Что мы знаем, они любят оттягивать процесс до четвертого раунда как минимум. Да, есть такое. Токи не придумывают, они велосипед, они просто идут с глоками. Дали, конечно, еще одну пешку болцу. На всякий случай у него из этого получается. Но, увы, болц уже не поможет. Не сможет реализовать девайс. Команда Пейн опять в большинстве. Ну ладно, что уж тут, как бы, 4 пистолета, я думаю, Пейн и тут должны показывать свою силу. Давай пока посмотрим, что у нас там по коэффициентам от сайта GBet. Да, на данный момент времени, друзья, у нас коэффициент 1.33 на команду Imperial и 3.3 на Пейн. Ну, опять же, логично вполне после первой карты, да, после результатов первой карты. Другого ожидать было бы, наверное, странно. Угу. Пока вторая карта потихоньку маленько начинает все-таки в пользу команды Pain идти. По крайней мере, первые раунды мы видим, они достаточно удачно показывают. Фолл тут, конечно, еще пытается отстрелить Зеви, у него это получается, но тут уже Бегузера на шарах, и он как раз Фоллом и расправляется. Но сейчас будет девайсный, мы посмотрим, почему ребята из Imperial взяли эту карту. Да, конечно, будут уже, здесь еще байв 5 акашек. Хотя, ну, бомба не стояла дважды, потому пока что, может, мне все равно хватает на 5.47, Fallen, конечно, оставляет себе еще пятихаточку на потом, так, заначечку оформляет. Ну и видим, появляются у нас сайленсеры, все больше сайленсеров за защиту, скалс при этом остается с фармганчиком, но опять же у нас топают на детскую площадку, будет быстрее всего активность подвалах чисто проверить. Ну и опять дуга, опять туалеты, излюбленные маршруты для имперцев. Потому что видим, как будто, ну, под монстра не собирается, значит, там пока что они не собираются что делать, тем более не любители особо, они тягать бомбу с края на край. Карта большая, тайминги тратятся высокие в любом случае. Ну, там быстренький поджим пробует организоваться от Бигузера, возвращается он обратно в план. Проверил, никого нету. Ну все, чела создает себе опцию пройти безопасно позиции вверх-низа и выйти уже на короткий. Ага. Так, ну пошли потихоньку. Да, тут у нас, правда, чела уже о себе забайтился. Информацию дал, да. Ну, 48 секунд, да, действительно, вектор атаки уже смещается Imperial от Аплента, наверное, не будут. Уже было бы слишком странно от них,
и очень сильно бы они загнали себя по таймеру. И, как мы видим, три игрока в длине. Винни у нас здесь через туалет пытается просочиться. Там, кстати, по-моему, Зеви даже собрал информацию. Сейчас пытается отстреливать. Хаешка полетела. Винни отстрелил Бигузеро все-таки, который пытался на него выйти. Зеви тут забирает у нас Винни. Но сейчас тут во всех других позициях у нас ребята из команды Imperial все же дают свое. Зеви здесь драка у нас... Драка серьезная, да? Не справился с натиском. Ой-ой-ой-ой. Скаус, ну очень-очень тонко оставляет, но нет, тут подстраховал болтс. В любом случае, есть плюс раунд, вот вам первый девайсный раунд, конечно, с потерями, но плюс деньги есть, все классно. Вот мне все умиляет FNX на этом РМР. За вчера он за весь день даже ни разу микрофон не отпустил. Сейчас тоже сидит, смотрит, кайфует, развалился на удобном стульчике. Чисто личный болельщик Империал получается. Да. Там пока у команды Pain тренер там туда-сюда ходит, что-то делает, рассказывает. И FNX такой, ну, ребята, вы сами все знаете. Я вам пятю не дам, если что, так что как бы не переживайте. Там максимум, что может сделать, это если что просигнализировать. Тут вся работа на игроках, потому удивительный коллектив. Посмотрим, будет ли какой-то... решафл, может быть, уже на какого-то более говорящего там помощника за спинами на мейджор в случае прохода команды. Ну и так все нормально, FNX, зато вот знаешь, уже, по крайней мере, ачивка в карьере как коуч появилась уже. Так, опять у нас вверх-вниз закидывается молотовым, также есть смог на позиции туалетов, ну и все, тут могут дальше топать игроки. Пистики у нас в это время поджимают уже выход на Upland. Но все равно Imperial не спеша так действует. Как бы. Не слишком хотят нарваться все-таки на эти пистолеты. Опять же, экономику действительно не хотелось бы свою подпортить. Но раунд начинает все-таки развиваться. Перв. Перестрелка, как мы видим здесь с игроками на А. Происходит. Хаешка прилетает по Зеви. Тут же у нас минус есть от ПКЛ. Чела, правда, предварительный фраг все-таки сделал. Тут же у нас из длины ребята раскрываются. Фер, болтс и фоллен. Как видим, ставят точку. Да, в конце концов. Да, даже до словки бомбы не дошло. Размутились они себе пятью фрагами. Потеря одного девайса всего лишь. Ну и даже сайленсер для Фера. Видим, любит этот девайс Фернандо. Что даже не теряет возможности свапнуться за защиту. Так, у нас пауза ставится. Это, похоже, какие-то технические проблемы. Так как были слышны звуки консоли. Ну, ничего, посидим, посмотрим. Может, нам покажут сейчас пролеточку. Значит, там ребята в чатике уже понаписывали. Ну и пауза есть. Да, пролеты. Тут не совсем пролеты, тут проходы. Там у нас операторы ходячие получаются. Они как бы, если вы видели, сидят напротив команд, там диванчики есть, и они потом так стоят под конец раунда и демонстрируют нам команды. Вот. Да, много такой ручной работы у операторов на этом турнире, понятное дело. Постарались с продакшеном ESL, так как у нас Мальта, там на Мальте две линии матча, здесь две линии матча были с операторами совсем. Мы добавляем немного красоты трансляции, ты видишь эмоции, даже нам, комментаторам, проще работать, когда ты видишь игроков, ты понимаешь их эмоции. Ну и так, и плюс это всегда, плюс отдельный контент для зрителя. Да, мемы, по крайней мере, можно заметить. Я вспоминаю, когда еще даже дома были, там камеры в любом случае, что на ланах, что в онлайне, были очень круто реализованы. Не помню, кто-то из игроков Астралис, помню, когда они играли против Виталити, показывал средний палец во время там матча. Апекс вроде бы на буткемпе. Виталити. Сейчас скажу. Apex. Вроде не Апекс. Мне кажется... Сейчас скажу. Сейчас. Да, тут пока что в это время Фер проверил курилочку, тут свободно. Также Зейви будет проверять робота с стороны длины, минус Винни. Тут железобетонный фраг сделал для себя снайпер Пейн. Потом вспомним. Так, у нас пока продолжается раунд.
правда. Ой-ой-ой, плохо выруливает, кстати. Соло остается. 10 секунд надо просто отступать в любом случае. А, это, кстати, Дипри был. Да-да-да, чатик правильно, да. И чатик подсказывает, что это Дипри. Да, классно, да. Спасибо, Скопион. В 20-м году вот. Это было. А еще когда Шапикс, когда с Нави играли, они тоже с Буткемпа играли, тоже в вебку говорил все, что хотел. Хорошо, хоть вебки без звука были. Вот так вот. Это мы послушали бы немного французского фольклора тогда бы в исполнении капитана. А первый тайм-аут использует для себя Imperial. Что-то пошло у них не по плану, явно. Ну, они пока играют все же за атаку. Так что здесь, возможно, на сильно много раундов они не рассчитывают. Если посмотреть там их, возможно, последние матчи. Если обратить на это внимание, по-моему, именно защита на оверпассе, как и у многих практикующих эту карту команд, все-таки в априори больше раундов берет. Ну да, так и происходит. Против тех же самых Ноунс у нас получилось, правда, 9 раундов и в атаке взять, 7 в защите. Против Team One там получилось 9 в защите, 7 в атаке они сделали. Но опять же, вспоминая матчи, которые мы видели именно здесь, ну а против Исурус так вообще там как бы дела обстояли. Отдельно 13-2 в защите ребята взяли, потом 3-0 за атаку закрыли. Тогда был счет 16-2. Так вот, да. Хорошо у нас получилось. В принципе, оверпас пока. ЖБ-карта для имперцев. Ну и тут байраунд есть, но Винни все же стеком вынужден побегать. В болото ныряет у нас немного болтс. Так, прострелы пока через девяху летят. Двери. Кардзао этим занимается. Этим, правда, пока настрелять удачно у него не выходит. Ну, вот Винни сейчас будет выходить. Опять же, проверяет очень уверенно бусты. На всякий случай. Ну, все же мы видим, что смещение потихоньку идет в центр карты. Единственный минус, что длина не контролируется, да, а так все есть. Да, длина не контролируется. Знаешь, это же как вот вчера Imperial же все же построили буст такой колоритный. А теперь сами и проверяют на всякий случай. Так вот. Так, буст у нас от атаки есть. Сейчас пытается найти, но просто они не могут найти из-за того, что ребята играют очень закрыто. Единственное, что там может сейчас поставиться, возможно, где-то Зеви, который посматривает, и, как мы видим, буст все еще держится. Чело начинает сейчас выходить. Возможно, будет просто экшен какой-то создаваться. То есть, если болт там нашел бы килл, сразу выход бы по монстру был. Ребята бы немножко раскоординированно получилось в этом раунде. Монстр, скулс, так. Окей, выход есть, перезарядки поймал, великолепно, минус есть. Дальше еще, как мы видим, Судо пытается здесь справиться. Зеви, минус раз, Хардзао минус два. И, похоже, защита у команды Пейн все же заряжили за бетонное пока получается. Подрассыпались у нас атака, хотя был хороший найстрай под флешечку Винни заскочить болцу. Ну и можно ехать. Можно ехать, причем у Пейнов голая статистика по оверпассу, две карты всего лишь за 3 месяца, хотя тут и по вертигу у них тоже две карты показаны, ничего. Опять же, правильно мы вчера говорили о том, что статистика это дело такое, всегда ж есть еще турниры, которые не попадают в сайты статистики, есть достаточно много праков, но при этом классная штука, как CoverGG, которая всегда выводит много статистики по игрокам, по командам, очень помогает это в аналитике изучения команд, либо же просто, чтобы прокачивать свой скилл, так как смотреть за сильными сторонами игроков и понимать, за чего это достаточно круто. Ну, пока вот тут надо найти сильные стороны команды Imperial, потому как всего лишь 2 раунда взяли, сейчас еще одном очередном, который мог бы быть в их пользу. Пока, как мы видим, уже потеряли 2 игроков. Да, нашли все-таки трофейный девайс. Ситуация 3-4. Времени немного, минута. Но все же можно не сильно спешить, если выход все-таки вау у нас здесь намечается. А возможно будет какой-то быстрый фраг на выходе с длины. То есть по девайсам, ой, по раскидке. Только пока что 1 смок, маловато. Была бы флеша хотя бы одна, можно было быстро очень попробовать сыграть длину. Mm-hmm. Тут Зеви, опять же, за бетона стоит. О, какая подсадочка для Фера. Чуть не успешно, так. Дубль 2.
тройная просто подсадка. Так, еще раз. Что-то, ну, короче, ребята рассыпаются, идут сейчас все-таки по длине. Зеви в это время, как мы видим, здесь снайперская винтовка и есть. Скалс также, как мы видим, это дело будет контролировать. Тут, скорее всего, закрыто. Будет фер, хоть и успевает сделать один фраг, но сейв девайса есть. Точнее, АВП, который у нас ребята из ПМ подобрали от своего тиммейта. И берут уже 5 раундов в защите. Да, вот хорошие новости, опять же, для бразильцев, приносящих боль. Что пробует Бигузера проинформировать своих тиммейтов. Ну вот теперь бай-раунд опять. Попытка взять третий для себя раунд именно игрокам Imperial. Опять центр. Опять, видимо, улица будет сейчас пробовать разыграться. Такс. Полз. Продолжает лить. Здесь монстр. Раскидывает гранаты. Чело. Тоже как он здесь бросает, что может. Тут у нас есть все равно флешечки по защите. Тратят и утилити свои имперцы. Ну и бомба несется в монстр. Несется под Б. Там, конечно, коннектор будет пробовать контролировать, но я думаю, для этого там уже болтс находится. Фер будет просто кошмарить, что-то фейковать, я думаю. Уж так чуть-чуть на убой отправили под этот плент. Так, ПКЛ. Ну, у нас долго раунд, конечно, разыгрывается. Вот только-только сейчас первая встреча получилась. Ну, выигрывается время же при этом, понимаешь? Хорошо фер выиграл время. Хоть его и потеряли, нет, но... бесспорно, бесспорно, да, бесспорно. Они сейчас заходят на Б и действительно ставят бомбу. Так что, можно сказать, потеря была стоящая. Хардзал, кстати, сейчас находится в таком опасном моменте, но при этом может и закрыть, да, и как минимум может сам закрыться. Так и происходит Фолан. Забирает его, выходя из двери, с болота. Да, у нас тут болтс в это время забирает еще и Зеви. Ну и, похоже, Фер действительно чуть ли не помогает выиграть раунд, да, для своей команды. Тем самым мувом на длине. Ребята как-то потеряли фокус Б-плента, и мы видим, что этим на Imperial и воспользовались. Ну все, бомба взрывается. Дефьюз киты хоть и есть у ПКЛ, но, скорее всего, он просто не успеет уже дойти тут до плента, и это будет раунд для команды Imperial. ПКЛ, скорее всего, снайперскую винтовку хочет засейвить. Да, так и получается. Снайперский девайс теперь у него остается. Ну и будем смотреть. Все-таки Imperial у нас наконец-то прервали вот эту вот серию небольшую у команды Pain. И уже сейчас становится 5-3. Ну да, это уже поприятнее, тем более грамотный раунд. Видели, хоть показывают минус ПКЛ, но тут правильно. Фер кинул смог, оттянул защиту. Опорники с Б ушли уже, вот получается, там на ступеньки, под девятку. Зашли и просто ставили плент. То есть, как бы, видимо, может какая-то уже наработка того, что не видят, что под любой инфоповод, как говорится, у нас бегут сразу же стакать плент игроки Pain, и можете пробовать. И я думаю, что, может быть, это и будет каким-то ключиком к обороне как раз вот Pain'ов. Что, ну, видишь, пошли, попробовали раунд, один игрок навел суеты, утянул с плентов всех игроков, там зашли, поставили бомбу без потери фактически. Ну что, экономика у команды Pain есть пока что. В следующем раунде еще посмотрим, насколько там все будет нормально. Лузбонус, как мы видим, сейчас у обеих команд идентичный, 1900. То есть, по сути, ребята находятся сейчас в идентичном состоянии. Если кто проигрывает, то следующий раунд, скорее всего, будет уже таким. Может быть, от одного девайса, а может все-таки быть и максимум там, до 2000. Ну, важный раунд для экономики обеих коллективов. Без АВП играют у нас имперцы. Чел уже получил первый дэмэдж в раунде. Вот уже может быть пауза Pain'ов и была сконцентрирована на то, что их такой весьма активный тренер говорит, что типа, ребят, не байтимся, не убегаем с плентов. То, что, ну вот, на вертика было взято так пару раундов, когда они просто взяли и побежали. И тут вот тоже сейчас проверили. Работает у чела просто. Режим терминатора пробовал включить, все же дорабатывает за ним фер.
И опять фланг под контролем. Конечно, Фернандо получил от огня дэмэдж. Но пакет стоит за цементом. Девятка в смоках. Можно сместиться без вижена для снайпера. Ну и в итоге у нас получается 4 в 3 с поставленной бомбой. Ну а так как экономика, как уже говорилось, луз-бонус 1900, то, скорее всего, Пейн даже не рисковать. Да-да. Здесь не будут. Неоправданный риск в любом случае, хоть и понимаешь, что есть Зейви, АВП, который попадает именно вот в сравнении с многими американскими вот дух там Северной и Южной Америки снайперами, то есть он делает это эффективно, но тут да, риск очень большой, даже если засейвить АВП, потерять Сайленсер, это уже проблема. Хотя вот Бигузера, видимо, пробует сейчас, может. Нет, он просто себя так оборонял, просто попробуя рассмотреть опасность. Ну, кстати, прикольно у нас игроки Империал, у них периферия такая разноцветная у всех. Что вот вчера смотришь на, там на комплекте, у всех так строго черные коврики, строго черные мышки обязательно. То есть, а тут ребята, кому что удобно, кому что нравится. Винни так прикольно смотрится среди бородачей. Ну да, Винни надо бы тоже, может быть, хотя бы такую испаночку бы отрастить себе, тогда у них будет самая бородатая команда в Бразилии. Ты не знаю, по-моему, там реально бородатых так хватает. Винни, видимо, не сильно идет, кстати, может быть, он поэтому как бы не отращивает. Тут это действительно зависит еще от некоторых факторов внешности лица. Да. Ну, кстати, Фьер, он у нас так, что с бородой, что без бороды старик уже. Да, но он даже когда был очень молодой, вот такая вот, правильно, такая вот интересно, он так выглядит, знаешь, как вот пожилой постоянный игрок, и когда даже весьма молодо выглядел, всегда так кажется, что как будто он в Counter-Strike уже там 40 лет играет из 40 лет жизни, да, вот интересно, потому интересно так вот у нас выходит, и, конечно, классно дается на возможность на ланах всегда так смотреть за игроками. Так, тут болтс. Опять у нас возня в раунде, правильно, пробуют медленно играть Imperial, видимо, они в этом нашли свою игру, пробуют расшатать игроков Pain. 30 секунд, но такие тайминги и Б-планты у нас пока Imperial очень неплохо вскрывали, может быть и сейчас получится, но как-то все же ребята тянут. Сейчас одна ошибка и раунд уже не в пользу них. Так как времени мало, и все-таки реально на самых поздних таймингах решают пройти. Флешка полетела, молик полетел. Корзал с МПшкой, приемку устраивает. Здесь же вокруг колонны с Гаус крутится. Минус Ачелла опять есть. Очень неэффективно он все-таки выходит на плинты. Ну и теперь надо идти ставить бомбу. Тут у нас Фера отлично прикрывает свою команду. И бомба устанавливается. Что же, на двух секундах, ребята справляются с поставкой бомбы и расправляются также с раундом. Красавчики. Красавчики, да. Ферс. Ой, нет, я надеюсь, осуждаю, что я последний услышал. Надеюсь, это было не то, что я подумал. Ну, кстати, Ферс с функцией люркера на оверпассис выполняет очень хорошо. Он очень много ходит по позициям, проверяет. Вот тут даже спас. Может, оно не спасло бы раунд, этот тритейк, но все равно он сделал этот шот, он сделал выбивание девайса, и на тебе чешка, файсевен, диглы. Вот и беги ты на АВП, на калаши теперь с этим как-то. Да уж. Ну что, Пейн, как-то остановили свой ярый пыл сражаться на карте Overpass. По крайней мере, ну может не то, что они остановили, а именно Imperial. Перекрыли им кислород и начали брать раунды в свою пользу. Тем более сейчас я тоже думаю, что раунд не самый сложный, да, нам предстоит все-таки для Imperial. Да, попытки будут, конечно, как-то пошуршать, но все равно тут Зейви на одном хелспойнте выживает. Посадочка все организовывается, минус Винни. Вот реализация чешки. Опа, слушай, ну, да, тут чувак, как мы видим, уверенно закрывает еще Зеви. В конце концов, два игрока на Б, ну, тут просто дело для болца остается. Дигл, конечно, сработал, и девайс в итоге скалс получит. Но лишь один девайс, и все же отданный раунд команде Imperial.
которые, как мы видим, и по экономике сейчас выглядят неплохо, и раунды уже начинают снова идти в их пользу. Да, польза явно будет, улетает по экономике Болтс, ну хотя нет, он сейчас будет закупаться, но после этого раунда подлетят как раз выжившие игроки, это большой плюс для команды в любом случае. Ну и так можно начинать сводить, сейчас луз-бонус, надо будет глянуть, там вроде уже по 3000 должен быть у пейнов. Так, Fallen проба, а нет, 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 Fallen не стал дергать дверь на всякий случай. 6-5. Сегодня прям на эмоциях, конечно, Империал. Вчера, по-моему, от них такого не было. И позавчера тоже. Видимо, на последний день они очень серьезно хотят здесь моральный план свой поднимать. Ну, камон, да, они летели вчера 15-8 на карте Инферно. И там даже поникли немного игроки. Но опять там, видимо, пару слов от Габриэля Толедо о том, что надо собирать раму, ребята, и забирать им на Инферно в любом случае. И вот они погнали. Так, второй тайм-аут использует для себя Pain Gaming. Есть девайсы, видим. Также Zavy пока что еще не купила ВП. Ух ты, уже активно. Ну смотри, ну Fallen даже, правильно говорит, среди вчера еще даже активнее сейчас информирует своих тирбейтов по команде. Главное, чтобы FNX не уснул, конечно, там сзади. От такой... Он там залип что-то вообще, команды. Что-то да, слушает, да. Смотрит, не знает, что там так происходит. Телефоны же забирают, да, даже твиттер не почитаешь. Приходится сидеть, ну, смотреть Counter-Strike. Да, он, наверное, считает это единственным минусом, находясь тренером на команде, в команде Imperium. Во всем остальном просто сказка. Команда побеждает, ты за этим следишь, подбадриваешь вообще, все, что нужно, делаешь. Так что да, Zavy. И у нас пока... Посматривает на все это дело. Со снайперской винтовки с шаров. Как мы видим, фраг не нашел. Тут у нас уже ПКЛ пробили. Кстати, прострелы хорошо летят, на 37 хп оставляют. Да, хорошо прожали. Словили для себя тайминг игроки. Империал чела накалил еще очень сильно Бигузеру. Выгнал его из вверх-вниз. А, так это Винни с СГшкой. Я думаю, что за звук такой непривычный. А то да, там дэмэджа нормально летит. А это с вчерашнего дня он уже вспоминает эту СГшку. Вчера мы видели, он как раз под конец карты Overpass с этой СГшкой делал дела. Или там первую половину они тоже играли. Да, по-моему, тоже первую половину играли. Там, и... На десайде, да. Это был пик их. Хорошо, они. Веселился как мог с нее. А, и он даже тогда, помнишь, в финальном раунде взял 1-2 еще на бомбе, с, когда под него вытоптали игроки. Да, продолжает да. шить. Да, продолжает шить. Готовит флешку. Ну и тут... Похоже на фейк. Да, похоже на фейк. Решили стянуть внимание. Тут Бигузера. Не мейн снайпер, конечно, команды. Даже не второй. Тут в рамках оверпасса, видимо, ему дали винтовку. Ну так, с челом справляется. Ну, хоть ребята биты. Ребята биты. Да, их сейчас можно здесь еще как-то гранат пытаться повыкуривать. Ну, вот и смотрим. Да, гранаты полетели. Бигузера. Нужна еще одна флешка. Смог. Выстрел, но не попадает. ПКЛ в это время с машины здесь неплохо расправляется. Но ситуация все равно, как видим, бомба устанавливается. И Zavy. Ну, Zavy тут тоже в смоках. Боже мой, что за ежики в тумане здесь происходит? 2-3 ситуации остаются, ребята, из Империал в меньшинстве. Ну, и Феру сейчас нужно делать минус. Но, как мы видим, у него этот минус не получается. И Fallen со снайперской винтовки против двух каленых игроков. Выиграть время. Он слушай, может выиграть ну, время. Там спина, Устался. там спина, которая сейчас срабатывает этот Хардзао, и раунд все-таки для Пейн идет. Ну вот так, да, то есть. Да, спину я не заметил. Да, спину я не заметил, а так можно было бы посмотреть еще какой-то хайлайтик от Габриэля Толедо, но это 6-6. Но не забываем, скоро у нас смена будет сторон. 13-й раунд, чертова дюжина, как говорит мой коллега Дмитрий. Фланки, да. Вот так вот. Да я просто и в какой-то посмотрим. Момент помню, 13-й раунды для меня все время казались какими-то, ну так. Там пара матчей, которые я смотрел, такой смотрю, а там происходит какая-то жесть постоянно, так и думаю, так, стоп, 13, ну она же самая, и с того времени я как-то постоянно напоминаю себе о том, что это все же чертова дюжина, и здесь... Может действительно произойти все что угодно, как и в принципе в любом раунде, да, то есть ситуация может случиться, что там во втором, что в третьем, что в двадцатом, что в 25-м. Ну, как-то так исторически в один день сложилось, и в итоге теперь не дает мне забыть. Ладно, у нас девайсный, с обеих сторон 6-6, опять же, ребята, в паритете.
По экономике ребята из Imperial все же держатся немножко лучше. У них есть деньги, да. У них на там фер, там подкопив еще полус бонусу, может МВП фон организовать. Болт с чела могут организовать себе нормальные рифлы в любом случае. А в то же время это для пейнов уже как бы за счет выигранного раунда не такая стабильная экономика будет в случае проигрыша. ПКЛ опять запускают под длину. Нужно ему фолан, если что, хелпующим идет. Угу. Так, ну летят. Да, припугнули. Попробовали припугнуть именно своих оппонентов. Ух, чел опять получает entry damage для себя. И вот тут он не может в перестрелке получить damage, все время какая-то гранатка, молотов прилетает. Прострельчик. Ну и тут под флешку вовремя пускает, не справляется. Все же у нас Бигузера, Вини. Хорошо отрабатывает, но нет, тут еще, смотри-ка, тут еще и чела. Чуть не зашашлычила в один момент. Ну да, но тут у нас полетели дальше гранаты. Флешки, ТКЛ опять в этой позиции, но сей раз уже как-то не очень удачно. Хотя ну, мы видим, что в остальном, да, ребята из команды Pain справляются без проблем. Ну, Imperial рассыпались. Подрассыпались имперцы, опять под таймер пробовали сыграть, видим, решили тянуть у нас, уже пошли, полетели распальцовки от тренера Пейн, значит, он, это означает, что команда идет по плану. Но я что-то сейчас чуть удивился, у нас нашел ТВ другой тренеру Пейн указан. Не мог же Рикс так поменяться за короткий срок. Или это он? А, ну, Чиманс. А, ну значит, это одного тренера, шел тебе еще старый указан. Ага, ну вот, да. Угу. Не исправили еще. Угу. Так, флешка, выход быстрый. Ну, все же решили не тянуть кота за одно место, но мы видим, что после первого фрага чела дальше следует два от Pain. И ребята из Imperial остаются в меньшинстве. Наш 3 в 4. Минута 20, ну, быстрый раунд не сработал. Немного не хватило. Можно было бы, кстати, вдвоем попытаться выпасть и прикрыть своего тиммейта. Тогда, может быть, что-то из этого да и вышло. Но Бигузера у нас уже поджимает, как мы видим, и детскую площадку. Сейчас встретится с Винни. И, как мы видим, отлично, на самом деле, находит здесь этот фраг. Прям ожидал все же его здесь увидеть. Минута времени, фоллэн в зуме идет. На ликвипедии тоже у нас Ригз указан, ну что-то, ну не похож. Тут если что. А, ну нет, стоп, а может это и он так просто имидж сменил немного. Потому что вот Challenger at DreamHack Melbourne указана победой, что он как коуч. Ну, наверное, да, видимо, прическу чуть сменил, чуть-чуть изменился, там бороду больше себе сделал, поменялся. Ну, потому что там можешь зайти на ShieldTV или там на Ликвипедию, посмотреть, там два разных человека просто. Да. 20 секунд еще болцу придется посейвить в любом случае. Ну, есть время подумать, что ребятам делать, потому как сейчас, опять же, денег не сильно много, а раунд следующий, как мы знаем, будет последним. Поэтому по-хорошему, конечно, взять эти хотя бы 7 раундов, да, уйти с минимальным отставанием по первой карте. Ну так вот я тут чуть-чуть обратил внимание вот на достижение Pain. Ну Pain добротная команда, все же 7-8 место на Blast Premier Spring Finals, победа на Мельбурне. То есть как бы еще не хватает, в то же время и там дальше продолжать там Challenger лиги. В ЕСЭ как-то мутиться, но все равно как бы команда есть задаток. И знаешь, тут тяжело сказать, а кто более достоин, да, там, ну, Imperial достойны, что они вот все еще держат форму, и так без них мейджор Бразилии будет как-то, ну, не мейджор, да, домашний. А Pain, ну, они наиграли на этот мейджор. Потому да, вот такой вот тяжелая развязка у нас будет, прямо драматическая в любом случае. Ну и пистолеты для Imperial на финальном раунде первой половины. Так, пошло, ребятки. Мчаться здесь. Так, полетели у нас
гранаты. Бигузера принимает двоих на длине. Надо, конечно, попытка опять быстрого такого раунда, возможно, по сравнению с тем, что было, разыграть. Полон еще делает один минус, забирает еще одного. Патроны заканчиваются, смещается, играется дальше. Но тут, как мы видим, против двух он остается, и у него все-таки этот тагнайн не получается до конца в этом раунде реализовать. Но 9-6, все же Пейн вышли победителями в первой половине с трехраундным преимуществом, но не забываем, что это карта Imperial, и им предстоит играть за защиту. А как я говорил уже ранее, уровень этой командной защиты и их винрейт там, конечно, повыше, чем за атаку. И Пейн, видимо, придется столкнуться с очень суровой силой Imperial. Ну да, ребята, а мы напоминаем, что все еще идет 8-й месяц полномасштабного вторжения России в Украину. Майнкаст совместно с украинским сервисом Donatello собирает средства на помощь вооруженным силам Украины и мирным жителям, пострадавшим в результате войны. Чтобы отправить помощь, переходи по ссылке под трансляцией. Ну что ж, друзья, вторая половина карты Overpass, Pain против Imperial у нас сейчас начинается. В первой половине, как вы уже могли лицезреть, счет стал 9-6 в пользу коллектива Pain, но Imperial на своем пике сейчас за защиту придется это преимущество догонять и, возможно, опережать все же своего оппонента из команды Pain. Ну, ребят, приветствуем еще раз всех, кто пришел к нам на трансляцию. 6-9, но смена сторон, вторая пистолетка, Фер и компания у нас уже за защиту. И тут, конечно, надо посмотреть, хорошо ли подготовились Пейн,
плюс как они провели эту трехминутку. Не дали это три раунда преимуществом как-то расслабиться или еще что-то сделать. Но и Бигузера сразу же минусует с его P250-го ветерана бразильской сцены и организует минимальное преимущество для своих партнеров. Да, ну теперь будет сложнее Империал, конечно, встречать выход 2 из меньшинства, но ребята попытаются. Флешки полетели, гранаты, Fallen, минус есть, также тут у нас ПКЛ забирает Чело. Остается 2 в 4, Винни, конечно, тут с долберетами сейчас в спине может оказаться грозным оружием. Посмотрим, как у него получится, первый хэдшот был найден. Все же патронов много, позиции здесь уже можно практически назвать контактными. И в итоге Винни делает еще один минус, ситуация 2 в 2, неплохо. Теперь и Болтс может уже подключаться, правда, как-то ребята тянут время, но дефьюз киты, как мы видим, у них, по крайней мере, на руках отсутствуют. Два игрока, один за машиной, другой на длине. Тут Болтс, как мы видим, справляется с одним, ну а Винни справляется со вторым. Можно сказать, что Винни здесь этот раунд для своей команды вытащил. Да? Три важнейших минуса. Пришел в спину, приработал двоих. Приработал еще и игрока в планте. Тут, да и Болтс, понимаешь, насколько ответственная была работа Винни. Болтс стоял, ждал, пока вот уравняется ситуация в 2 в 2, чтобы он с Юспика спокойно мог выходить на грузовик. Ну, в это время мы видели там сейчас между раундами на фристайме, чел уже как-то совсем разошелся. Да, ну важный раунд на самом деле берут. Imperial все-таки как-никак сейчас именно сторона, которая возвращается в этой карте. Понятно, что для команды Pain была установлена бомба, и поэтому раунд, скорее всего, будет форсом. Хотя нет, стоп, друзья, что это ребята вообще сделали? Закупили девайс, и где-то до 2000, получается, закупились. Ого, ну прикольно. Да, да, да. То есть Бигузери, фрагеру команды дали возможность, мол, вот на тебе калаш, иди разбирайся, короче, сам. Причем ПКЛ, да, его купил как раз. Да, да, да. И такой ПКЛ, так, стоп, у меня 16-7. Что? Почему Бигузера? Ну ладно. Да, Бигузера у нас уже, как мы видим, с девайсом идет во фронт. Впереди команды. Да, да, да. Фронтлайном идет именно для своих партнеров. Тут же Скалс, который сейчас 7, ну 7-8, видимо, еще. Ну, Бигузера 15-то набил, потому, может, и заслуженно калашик получил. Тут Фер, пока что, который играл в люркера всю первую половину, получил минус от Хардзао. Также Fallen в планте, он понимает, ну, вот тут вот стал куда надо все же, Габриэль Толедо. Угу, так, минус от Fallen'а есть. Минус Скалс, длина, да. Великолепно. Великолепно просто. Еще и хаешку по себе умудрился получить, но не критично. На пистолеты, на дэмэдж с пистолетов ему хватит. Так, вот это, кстати, не хватило. Голова все да, же да, смертельно. Да. Сдегла. 3-3. Да. Так, ну снайперскую винтовку сейчас может подобрать чело, если захочет. Или все-таки СМПшки будут продолжать играть. Позиции, видим, как все же больше дальние от команды. Здесь есть сейчас флешки летят. Умолся. Смог. Да. Чело. Дефьюз нет, ну тут просто на морозе. Просто на морозе дефьюзить, создавать давление. Правильно, с ящика продолжает. Так, есть минус, все. Всех минусовали. Просто забайтили на эту бомбу. И в так, итоге взяли раунд. Так хорошо, да, Болтс сел на ящик. Даже понимает, что сейчас будут смотреть. Винни отправляется смотреть лонг. Болтс продолжает стоять, смотреть с ящика. Ну, кто-то же по-любому полезет. Ну, хорошо. Молодцы имперцы уже чуть-чуть. Видимо, в этот раз уже предусмотрительно режиссеры нам выключили звук между раундами, чтобы не было скримеров, потому что, вот, видимо, опять же, чело опять кричал. Очень эмоциональный игрок. Да, они, говорю, они пока кричат за весь РМР, так сказать, так громко. Да? Fallen сразу же находит Бигузеру быстрым подживом, потому что это бай-раунд все же для игроков из Пейна. Габриэль Толедо делает очень важный опен в этом раунде. Хардзао уже через верх-низ будет пробираться на пару со своим партнером по команде. Опять же, выход на туалеты. Также там можно попробовать на длину будет сыграть. Но через курилку быстро сможет, если что, разыграть фер в любом случае. Так, ну ладно, Fallen. Как же он, конечно, обуст. Они прямо ему под голову, под просто головой в перекрестие к нему ПКЛ зашел. Ну, это или опыт,
Ну, или просто повезло. Ну, слушай, ну, и таких моментов полно весь матч, да? Ну, он любит и умеет ловить своих оппонентов. Видимо, продолжает это делать. И сейчас еще раз будет. Да, тут практически близко был на один фраг. Фолан тут уже с двумя. Может быть, и до мультикилла побольше дойдет. Так, полетели гранаты Фолана. Сейчас могут попытаться зажать. Здесь Зеви, минус есть. Дальше какое продолжение будет? Фолан пока крутится вокруг здесь плента. Делает еще один минус. Трипл килл от него. Но дальше, как мы видим, от Хардзао он отлетает. Но ситуация 3 в 2. Все же игроки Империал в большинстве. Но Хардзао это все дело преуменьшил искус. В итоге ставит, ставит бомбу на машине. Вилку было делать сейчас. Болт свиньи. Болт спадает. Все цифер. И это уже очень на тонкого ситуация. Ну, Скалс очень круто играет, и была попытка перестрелять, но все же 100 хп от Фера спасает его, и раунд он все-таки берет для своей команды. Ух, но при этом ребята из Пейн продолжают ставить бомбу, так что можно сказать, что деньги у них и на следующий раунд будут. И команде Империал, да, команде Империал, возможно, все-таки стоит сейчас уже не допускать вот этих установок бомб, которые получаются уже несколько раундов подряд. Конечно, да, и это очень укрепляет экономику имперцев. Они включились очень вовремя, они уже три раунда серию взяли. Причем, да, теряли девайсов очень много, но при этом у них настрелы есть. Есть настрелы, и они распределяются между игроками, потому деньги у нас фармятся. Конечно, 1400 фера это как бы максимум, но как бы... Главное, что есть финансы, но хотя да, фармган у чела все же появляется. Ну, задачу минимум они уже выполнили вот в серии одной. То есть уже 9-9 за 3 раунда. Кстати, еще там наши друзья GGBet подсказывают в то же время. А, партнер трансляции киберспортивный букмекер GGBet. Переходи по баннерам, по стримам и забирай свой бонус. Также Мубот и Найтбот высылают в чатик тоже ссылочки. Ну, тут и понятно, что явным фаворитом у нас Imperial 1.16 считается, больше пятерочки или даже... А, не, 1.23 сейчас на Imperial, 4.14 на Pain. А, в это время, ну, может быть, здесь сейчас в этом раунде что-то произойдет, но пока действительно 9.9 на своем пике, ребята из Imperial хорошо себя чувствуют. Есть минус от Фолана по ПКЛу, остается 4 игрока Pain, которые у нас начинают смещаться в сторону Б-плента, тем самым стараясь миновать... Это снайперскую винтовку Фолана, при том, что там находятся еще два игрока. И в основном-то Пейн, получается, делают очень хороший выбор. Тому, как они отправляются на меньшинство игроков Империал в этом раунде. Именно Б. Гранаты полетели, Чела и Винни. Сейчас так, отворачивается от флешки. Винни успевает сделать один килл. Дальше, как мы видим, не получается. Тут же еще и Скал справляется с Чела. Ситуация 3 в 3, ну и будет ретейк. Что же, пока, несмотря на проигранные раунды в этой половине от команды Пейн, бомбу они ставят... постоянно. И это будет сейф, да? На, это будет сейф. Сейф, и это вырывается с минимальным преимуществом Пейны сейчас на раунде. Правильно, уносят, тем более, там мы что-то уже озвучили, там 1400, 150, 800 остается, то надо финансы, так, чувствую, чела Винни будут, может быть, дискомфорт. А еще, ну, хотя им дропнуть могут, да, им могут дропнуть пушки в любом случае. Разбросались здесь оставшиеся девайсы. Но Пейн, как мы видим, не так сильно радуется, конечно, своим победам, как это делают игроки из Империал. Ну, им, честно говоря, радоваться-то и нечему. Первую карту провалили, а теперь еще и получается так, что во второй карте пока потихоньку начинают уступать. Уступают своим оппонентам. Но тут как искать ключики к защите, появляется Фамас и МПшка для Винни. Так, чел уже прочитал информацию, слышал, видел оппонента в любом случае. Так, Фолан. Минус есть по ПКЛу, хорошо. Дальше как будем здесь? Нужна хелпа капитану в любом случае в этом моменте. То, что ну Фолан, он просто в соло шотганит. Ну, почти было близко. Еще при этом Зейви дорабатывает, остается лишь один Хардзао, бомба выпала.
минута 10 времени, и тут-то... Думаю, но если он решил идти драться, это очень интересно будет. Да нет, Харзал тут... Чисто так посматривает на возможности. Может быть, конечно, еще попытается разыграть. Но тут надо проверять игрока. Проверяет, неплохо. 9 хп остается, правда. Молли готов забрасывать сейчас. За бочки. Так, даже не за бочки залетело. В итоге бомбу подберет ли нет. 40 секунд, кстати, если подберет, можно попытаться еще убежать отсюда и все-таки выйти в ван. Но тут мы видим, что ему не дают этого сделать. И в итоге Фер забирает этот килл. И снова у нас паритет по счету. Ну, ситуация панели пропал был для Хардзао. Да, минута времени. Может, была какая-то попытка правильно выйти, поставить, подраться. Минус он сделал, это уже неплохо. Но тут фоллен, конечно. Капец просто. Десять-десять. Имперцы защищаются. Опять шаткий счет очень у нас. Теперь плохой бай для команды Pain. Опять один девайс только у Зеви. И он уже получает первый же дэмэдж в этом раунде. Так. Ну и что же тут получается? А тут получается, что Дигл от Скайлса делает минус по болтсу. Хороший энтрифраг получается сделать, так еще и девайс подобрать. Теперь, конечно, многое зависит от Фера, потому что потерять уже и на другом планете опорника могут быть проблемы. Фоллэнса ВП хелпует, конечно, своему партнеру по дуо, вот, которым они часто остаются, часто разыгрывают. Эти у них розыгрыши успешные. Ну, тут опять видим... Под Б смещаются игроки Пейн, Винни, который уже 11 фражиков у нас набил. Конечно, может попробовать разыграть приемочку. Ну, знаешь, таймер, мне кажется, сейчас может злую шутку сыграть с Пейн именно в этом раунде. Ну, слишком как-то железобетонно пока стоят имперцы. Ну, если просто не повезет с какими-то шотами опять, там где-то с дигла не залетит или еще что-то, то да, тут, конечно, Империал в плане вероятности прием должны устраивать лютый игрокам Пейн. Ну, Пейн, мы видим, что монстр не собирается, 22 секунды, блин, реально. Загонять себя вот в эти рамки таймера, возможно, все-таки же ошибка. Имея 2 рифла только при этом, а не 5. Так, выход. Минус есть от Винни, еще продолжает, но тут все-таки девайс делает минус. Фола, ну 6 секунд, надо бомбу ставить, ребята, 4, 3, не, бомба не устанавливается. Нет, не устанавливается, в итоге раунд для Империал. Вот они, вот они крики, да, вот они крики, да. А теперь прах нашел. То есть ребята, помимо того, что эмоционируют, кричат, делают так еще и все равно ситуации до конца доигрывают. И команде Pain после такого наносится серьезный удар. Конечно. Хоть и не зашли на план, да, Винни хоть и выбил сайленсер из игрока. Тут вот как класс. Смотрит на таймер фоллэн, делает второй фраг, и все. И сразу хоп за стенку. И встал. Все, говорит. Пусть эти 2 секунды доигрываются. Да, потеряли очень много времени у нас, опять же, Пейны. Отдают важный раунд. Ну, теперь, конечно, да, у них есть девайсы. Но тут каждая циферка, которая дается именно в преимущество имперцам, это всегда уже проблема для атаки. Ну, это так. Ну, не знаю, может быть, да, сейчас у них что-то выйдет, хотел я сказать, но уже сразу чела делает энтри. Достаточно, кстати, раундов он с энтри начинал для своей команды. Вот, вот интересно, почему, когда раунд с девайсами, вот в 2 безответных фрага делают, почти 3 вышло у Империал, как только пистолеты, сразу же 2 фрага получают имперцы с пистолетов. Смотри, ну, в прошлый раз, да, Империал, получается, запушили же этот монстр, да, там как раз игрока и поймали. Болт, да, пошел туда. То есть тут, наверное, именно момент того, что Империал просто сами дают в таких раундах слабину, и в итоге Пейн этим пользуется, но, как мы видим, все равно до конца это им не помогает. Минус еще от Чела, остается Хардзао и ПКЛ вдвоем против четверых. Ну, тут, возможно, тоже, кстати, стоило бы эти 2 девайса как-то засейвить, но ребята, видим, что их теряют и никакого фрага больше не делают, ну да. Да,
Опять плюс раунд, 12 раунд, опять ломают они все девайсы игрокам. Тут даже Винни, которого, кстати, тут, ну, он и блекло смотрелся в первой половине, да, и чатик его начал что-то ругать немного, непонятно зачем. Находит, да, стоит он сейчас опорником, понятное дело, не ведущей позиции в матче. Фер вообще, он как люркер, там, десятку если набил, то это уже праздник. И Пен Гейминг берут еще одну паузу, ходят, смотрят, так, что же на спине написано у тренера, ё-моё, дайте прочитать, что написано у тренера Пейн. У меня вот эта загадка, которая не, вот, не дает мне ответа. Так. Но если, ну, если не ошибаюсь, там Нирикс написано. Нирикс, да, да, да. То есть... мне может, очень... это вынужденная замена, это, да? Ну, Нирикс, он просто старше. Ну, явно старше, крупнее этого тренера. Да, ну, интересно, интересно, это же загадка, кто этот интересный молодой человек. Ну что, такие... таки на характере будут в исполнении сейчас команды Pen Gaming. Тут должен тир для Фера начинаться, но в итоге он получает-то дэмэдж без фрагов и фолан. Все, фолан на отстреле. Пока что не точно. Причем, кстати, если не ошибаюсь, Рик же был в бане, да, по-моему? До 20... ну, он до мая был, конечно, в бане, понятно. Так что уже вышел. Да-да-да-да-да, coaching bug, two major ban in January 2021, да-да. Он же вышел из бана. Да-да-да, говорю, в мае вышел все-таки, да, тут я чуть-чуть забыл об этом. Ладно, ну, раунд, как мы видим, опять же, очень неплохо получается для Imperial, по крайней мере, пока не в большинстве. ПКЛ здесь сейчас со своим тегнайном будет противостоять Чела, который уже три фрага наделал, и, думается, может быть, и четвертый сейчас найдет. Надо перезарядиться. Болт, конечно, на поддержке, но, может быть, хотят чела здесь мультикил красивый да подарить дальше. Ну, мы видим, что Пейн здесь как-то не сильно торопится. Винни сейчас будет выходить еще из курилки. Да-да-да. Ну, слушай, он будет спину поджимать. То есть тут ребята из Пейн будут в сэндвиче находиться, и это как раз не дает им сильно много шансов. Тут полетел смог. Чело. Чело сейчас все-таки с дугой пытается расправиться. Тег 9. Чело делает еще один минус. Остается последний. И это, друзья, эйс. Эйс от Чела. Молодец. Молодец у нас новоприбывший в этом сезоне игрок в команду. Вытянули его из MIBR. MIBR, который тоже после распада, опять же, состава с Фолленом и компанией. Вот этим. Кстати, тоже интересный исторический тег. Чело пришел перед... Мельбурном в команду, уже там дебютировал, потому что еще вот квалы на Мельбурн он играл за MIBR. Вот это я точно помню. И раскрылся как игрок, показал себя, и это, да, это круто. Ну, кстати, эйс рабочий даже против теков. Ну, знаешь, по нашей с тобой шкале эйсов, это эйс заслуженный. Ну, там были и девайс один, так что да. Нормально. Ребята справились. Ну, следим за тем, как у нас тут дальше пока развиваются события. Fallen, мы видим, со снайперской винтовкой контролирует болото. Тут же у нас ребята из Pain в основном намереваются занимать длину. У них пока это получается. Ну, никто там против противовес не стоит. Ребята играют в закрытую в основном, но в своих плантах. Тут сейчас, опять же, у нас классическая подсадочка, подфера. Это уже не в первый раз. Каждый оверпас, который у нас с Imperial играли именно с такой подсадкой. При этом Fallen может длину контролировать с АВП. Подсаживает момент фера. Так, одного заметил. Сейчас там гранаты полетят. Тут будет флешка. И под эту флешку, правда, он и своих тиммейтов слепил, что интересно, или там оппоненты все-таки еще гранаты забрасывают, молики летят, Фер просматривает туалеты, но надо будет посмотреть и на банан. Фер делает минус, правда, его сносит ПКЛ, ПКЛ забирает и второго, ожидая его все-таки там увидеть Фолана сейчас. Здесь потихоньку будут пушить, ну вот... Сейви бы увидеть. Увидел. Но он увидел. Делает это, да. Скалс остался последним. Ну, бомбу на сей раз уже не поставить, скорее всего, там уже и со спины, как Medium Bolts настреливает. И да, тут даже не среагировал игрок атаки, Pain посыпались. Если первую половину 9-6 они все-таки взяли, как Medium этого совсем недостаточно для того, чтобы одолеть игроков Imperial.
Ну, у них железобетонные, конечно, пленты. Это капец. Есть там даже винни, которые просто с болтцом стоят на Б и ждут просто. Все, фоллен, которые вот, ну, видишь, их пробуют вилковать, их пробуют выходить с шорта с лонга. Подсадки работают, фоллен попадает с АВП. Ну, очень тяжело, и четвертый последний тайм-аут использует команда Pain. Так, и вот она, вот, да. Сейчас... Ну, F. Рожерио или что-то такое. Ну, тут, слушай, прикинь, сколько он шагов нахаживает за матч. Mm-hmm. Туда-сюда ходить. Так, может, все же, если у нас еще числится тренер Рикс в команде, может, все же какая-то замена вынужденная на РМР, поехал там менеджер или еще кто-то. Сложно сказать, сложно. Ладно, смотрим пока что. Идем дальше. Попытки выйти на 15 для имперцев. Очень приятный отрыв есть сейчас у фолленной компании, потому что, ну, 4 раунда. Главное не начать там на 15, начать отдавать. Не играться в ликвид и комплекте сейчас с вечными этими отдачами. И просто железобетонно отыграть на концовочку. Он здесь, конечно, посматривает мид с АВП. Ну, Пейн, надо что-то сделать такое необычное. Там, как мы видим, что последний раунд у них просто из рук валится. Как бы во второй половине, когда ты берешь только один раунд, это как бы не есть хорошо. Из того, что ребята из Imperial уже взяли 8. Как бы, ну, понятно, тут противовес явно не в пользу команды Пейн смотрит. В это время Vitality проиграли Героик. И будут играть в Vitality, будут начинать действующие чемпионы EPL, начнут с Challenger Stage. Не с легенд. Да. Ну, главное, что на мажоре, там, я думаю, с Challenger они тоже смогут выбраться. Тут, как мы видим, некоторые команды даже до Challenger не доехали по итогу. Ух, ну тут-то остаются в меньшинстве у нас игроки Imperial. Тут шанс для команды Pain. Ну и все, просто Fallen сферам решают отойти, засейвить девайс. Ну, кстати, а Героик ждет встречу уже, которая дальше будет решать окончательно. Вот пример, как у нас сегодня, с OG будут играть. OG получили хайсид на RMRB. Вот и вот такие вот делишки. Там, а там сегодня заруба, конечно, да, разыгрываются все матчи 2-2. Ну, будет на что там посмотреть тоже между встречами нашим дорогим зрителям. Да. Ну, пока, как мы видим, Pain все-таки у нас еще пока игру не готовы проигрывать. На карте Overpass берут раунд. И все же 11 раунд, второй раунд, по сути, на второй половине они забирают. Кулачки надо дождаться. Ребята, спасибо. Так уж я думал, ребята об этом позабыли. Но Imperial ставит свою паузу. Ну, им осталось 2 раунда играть по-хорошему, да? Девайсы, как мы видим, есть. Снайперская винтовка у Фолона уже появляется. Другие тоже закупаются. Надо продумать ход защиты. Так, ну, все, пришло время пообщаться. Теперь включился у нас Фернандо. Проинформировать своих, как-то что-то подсказать. Винни тоже есть что сказать в данной ситуации. Ну, девайсы все равно присутствуют. У нас закупились, тем более, но Винни там ноль бается. А вот Fallen сферам засейли свои девайсы, тем самым как-то и поддержит экономию. Да. Пока, друзья, не забываем про кавер GG. Ссылочка в описании. Возможно, вы увидите результат этого матча. Невозможно, а точно увидите его немного раньше, чем наши трансляции. Плюс также можете посмотреть еще и по статистике, как этот, так и, возможно, следующий матч. И более точно определять победителя по такой достаточно хорошей статистике, предоставляемым этим сервисом. Так что стоит этим воспользоваться прямо сейчас. Ну а мы смотрим за тем, как у нас здесь пока выдвигаются игроки Pain. Опять же, мы видим, сейчас они выходят в центр. Так, там в основном детская площадка, плюс в туннелях игроки находятся. Отогнали от шарта сейчас пока что защиту. Там Fallen, а Fear находится у нас
На шахте Фоллэнса ВП контролил длину, также на всякий случай к Винни и Болцу пришел Чела помочь, там теперь у нас такую функцию мобильного игрока между плантами, как вот Фер выполняет ее на Инферно, тут выполняет Чела теперь. Решили просто постабильнее постоять. Старая связка вместе. Ну и топы. Топы через шорт, через туалет. И все же так, как уже 40 секунд остается. Но это, походу, да. Это выход на Б. Ой, на А, точнее. Это выход на А. Что времени уже не хватит, конечно, успешно зайти даже с перестрелкой на Б-плен. Угу. Ну смотрим, гранты полетели. Флешку сейчас Фоллэн готов, если что, давать. Также у нас ребята немного смещаются уже на болото. 16 секунд, времени очень мало. С девайсами не, конечно, мчаться. Бигузера делает минус, болт забирает. Чела также еще один фраг делает. Ну все, времени нет. Очень времени мало. 6-5 секунд, надо идти устанавливать бомбу. Успеет ли? 3-4, нет, слушай, походу он успеет. Но он остался 1-2, прям на последней секунде эта бомба устанавливается. И теперь в команде Imperial желательно просто доиграть качественно. А вдвоем... Так, Бигузера заметил. Ну все, информация по нему есть. Фоллэн, как мы видим, немножко выигрывает время. А Винни выходит и забирает своего оппонента. Все, друзья, это 4 матч-поинта в пользу команды Imperial. Точнее, даже матч-поинта, да. Да, матч-поинтов. Ну да, и вот, знаешь, теперь, я думаю, могут чуть-чуть выдохнуть игроки Империи. Потому что все же там, когда у тебя 14, ты начинаешь проигрывать раунды, все же можно начать нервничать. Вот пауза сыграла на руку. Смогли пообщаться игроки, решить, как они будут играть. Ну, железобетона была отыграна, как по мне. Очень хорошо. Неправда. Четко, уверенно и круто. Девайсы, конечно, у Pain Gaming здесь остаются, но 4 раунда... Говоря с тем, как они взяли 2 раунда всего лишь за вторую половину, верится очень сильно с трудом. Но, опять же, вчера и позавчера Imperial справлялись с такими... камбэками на карте Inferno, да, один раз потом получилось, на допах один раз нет. Может быть, и у Pain, как все же тоже у бразильской команды, будет один из таких запал, возможных, да, запалов, камбэков, да. Ферм, минус не получается сделать, ну, вот да, и Хардзао, да. Хардзао, точнее. Да, Хардзао, конечно, тут сразу же находит своего оппонента. Скалс, конечно, вываливается. Пробует, конечно, вывалиться куда-то проверить, но нет, тут... Тормозят опять же атаку, видимо, может Imperial это и есть тот самый ключик к обороне, это постоять немного, подождать, чтобы потянуть время. Болца все же минусуют Чела, теперь железобетона будет стоять на Б-планте, но только один фол остается на А. Нужна хелпа, конечно, капитану команды, но нет, есть минус. Увидел голову, но не стал стрелять. Так, приходит хелпа уже от Винни, Чела будет нырять через мид, и... Ну что, опять клещи, попытка клещей в исполнении Imperial, только в этот раз мы уже видим, что не смог Зэви отыграть на приемочку, 2-2. Так, ну бомба стоит, теперь Imperial придется ретейкать Чела. В курилке, в туалетах. Ну, кстати, денег тоже ребята тут не накопили, так что, может быть, и непонятно, стоит с этими двумя девайсами остаться. Тут сейчас можно снайперскую винтовку, по-моему, унести. Гранату получает, флешка полетела. Все-таки идут в ретейк, в длину, забирают линию. Ну да, размен следует, Чела тут пытается еще перестрелять, но времени уже нет. Подбирает девайс, кстати, не успеет, скорее всего, даже его унести. 8 хп, посмотрим. Успел, на 3 хп выживает. В этот раз не удалось, но смотри, задача для Pain, даже вот на момент взятого 15-го, было взять 4 раунда в ряд. Ты вспоминал, что там, как Imperial брали камбэки, там они взяли, получается, позавчера 5 в ряд, вчера 7 вообще. Теперь 3 раунда надо всего лишь Pain'ам, чтобы перевести матч в допы, точнее эту карту. Ну, а ребятам из... Так, о, тайм-аут берут, еще третий для себя, Fallen компания. Ну, ну сейчас будут баяться фармканами, будут баяться в ноль, кому не хватает. Хотя нет, там 5-7 берется для болса. Ну, опять же, зачем, наверное, решение, чуть попроще, да? Потому что ты можешь просто стать на опору, да, как бы и в контакте находиться с тем же самым 5-7, допустим, это будет тот же самый монстр. Да, вот у нас ребята что-то
нервничает, но пальцы кусать, конечно, не помогает, говорят, ну... Что делать? Можно зубы поковыряться просто. Ну, музыка напряженная, действительно, подмечают у нас такой момент, когда ребята из Pain борются сейчас за свою жизнь на этом Ромере. Ведь один раунд, который они проиграют, и все. Никакого мажора, друзья, домашнего мажора для еще одной бразильской команды мы не увидим. Чела великолепно, Чела, кстати, делает минус. Получил всего 2 хп по себе. Тут Винни с диглом. Хороший девайс, чтобы в трубе зажать оппонента. Я, честно говоря, думал, что здесь будет именно 5-7 находиться. Ну ладно. Ну да, уже интересное решение. Дигл так дигл. АЕшки полетели. 5-7 на раскрутку оставили в подвалах, как ты видишь. Вверх-вниз, туннели. В принципе, там раскрутиться спину он может. Ну, он, кстати, может пойти девайс забрать, если не ошибаюсь. Там же все-таки девайс один выбили. И можно было этим сейчас заняться. ПКЛ. Выход. Побоялся все-таки дальше, как мы видим здесь пушить. Но так как они в меньшинстве, им действительно сейчас... Монстр, да. Нельзя допускать ошибок. Ой-ой-ой-ой-ой, тут просто в ряд встали игроки Империал. Правда, с одним только справились. Дальше размены пока не следуют. Заяви еще один минус, еще один. Ну и, похоже, Фер остается последним. Ему здесь тоже ничего особо не светит. Ну что же, 2 раунда еще остается у команды Imperial, дабы завершить карту Overpass в свою пользу. Следующий раунд, честно говоря, пока не внушает большого доверия, потому как денег не будет, и, возможно, мы все-таки увидим там, ну, может, один девайс, может быть, просто вот эту МПшку с голыми пистолетами, и уже на 30-м раунде, возможно, будет решаться судьба данной карты. Фер. Может, кстати, еще АК найти, если Бигузера тут перестреляет, но, как мы видим, Бигузера и тут справляется, так что раунд ребята из Command Paint берут, да, тут уже тренер действительно складывает руки, ладошки вместе, максимально верит, старается немножко ждать победы своей команды. Ну, Пейн, по крайней мере, мы видим, что уже понабирали раундов. Вот то что, да, мы говорили, что там было 4 маппоинта, при том, что только 2 раунда в тот момент взяли Пейн за эту половину. Ну и сразу же 3 раунда взяли, 2 раунда они взяли еще дополнительно. Теперь остается только еще 2 здесь закрыться. Да, кстати, пол юспы, и ребята бегут на длину. Но это, возможно, будет быстрый раунд. Завик, мы видим, все это дело сейчас старается контролировать. Конечно, опять все откладывать на последний раунд основного времени, это круто, конечно. Так. Конечно, попробовать подловить Зео, Зеви, тут сейчас они выбегут. Да, все это пошло пол на то, что тут на него вывалилась просто вся защита. Нашел АК-47 болтс. Но все равно немного им светит, там уже бомба начинает проходить в Б, и, скорее всего, она будет установлена. Можно, кстати, это такая по итогу засейвить. Как мы видим, Болтс как раз этим, скорее всего, и будет заниматься. А вот Винни еще пытается кого-то где-то найти, и найти его на Аплинте. Ну, там находится, как мы видим, Скалс, и он сейчас находится на машине. Тут он, конечно, Винни похоронил без шансов. Ну и, скорее всего, сейв от Болтса будет. Правда, в его сторону сейчас могут выйти, а точнее, они в его сторону, как мы видим, выйдет сейчас ПКЛ, но и тут главное не поймать мистайминг для себя. Желательно еще после таймера как там не умереть. Опа, кстати, а вот это, кстати, интересно. У нас Бигузера находит, да. Находит все-таки Болтса. Unlucky немного для Болтса. Ну, конечно, ребят, как бы, если вы ждали какой-то быстрой игры от бразильского дерби, мы спешим вас расстроить. Вторая карта у нас уже очень близка к допам. А может быть, даже Пейн все-таки из такой ситуации смогут выбраться. Но, как мы видим, Империал пока все же на эмоциях немножко сдержан. Теперь смотрится. Криков мы уже от них давно не слышали. Покричали и хватит. Теперь кучу раундов отдали. И вот главное сейчас. Serious Point. Последний из той ситуации, в которой они получили на карте Overpass. Реализовать. Сделать 2-0. Выйти.
И начать уже подготовку или небольшой отдых перед своим последним матчем на сегодня, да, который будет происходить против команды Complexity. Так, за матч за слотом жюри. Да, начинаем. Мы дальше продолжаем смотреть за этим матчем. Ух, у нас тут на последний раунд подсобрались зрители. Тут чуть-чуть пришлось модераторам в чате поработать. Что чуть отвлекся, потому что опять не самые умные люди приходят. Начинают писать бред. Ну ничего, мы тут фокусируемся на последнем, 30-м из 30 раундов. Есть девайсы у всех. Есть, конечно, мотивация обеих команд. Посмотрим, конечно, чьи нервы окажутся крепче. Ну, пока. Видим, минута времени прошла, никто еще ни с кем в стычку не вступил. Кто здесь как-то сильно пушем не занимается. Болтс у нас, конечно, выходит на болото. Он может, кстати, стать и самым первым открывающим, встречающим игроком своих оппонентов. Флешка полетела, Болтс минус раз. До второго, правда, не получилось, но, как мы видим, Хардзау остается на 15 очень хп. Очень красный Хардзау. Это, конечно, риск в таких раундах. Рисковать каждым хелспоинтом нельзя, и будут все же как... Быстрый Б, быстрый монстр. Слушай, самое интересное, что на Б только один игрок остался. Это Полон. Полон находит, правда, килл по 15 хпшному игроку. И надо сюда перемещаться оставшейся команде, потому как там занимались бустом, смотрели длину, рассчитывали все-таки на апленд, но это Б. Молики летят, 18 секунд, команда уже здесь, бомбу заносит в плент, Далтон ее устанавливает, Скал сделает минус, Фер забирает, плент был установлен, ситуация 3 в 2, ну, Пейн сейчас должны очень геройски, конечно, здесь разыграть для того, чтобы этот раунд взять. Тут у нас Бегузера находит Фолана, 2 в 2 в ситуации, Хаешка пролетает мимо, и вот тут это у нас... Подсадочка, которая тоже не справляется, и чела, это допы на... карте оверпасс и просто разрывает тренера Пейн. Ну, красавцы все-таки смогли выдержать, смогли дотащить до того, что мы сейчас видим с вами 30 раундов, и карта еще не закончена, хотя 4 мап-поинта, друзья, было у команды Imperial, и они не смогли на своем пике ни один из них реализовать. В этом они были очень близки, в последнем раунде имеется в виду, но, как мы видим, у них не получилось. Ну ладно, допы, друзья, продолжают эту серию, Пейн еще пока со счетов списывать уж точно не стоит, ребята будут бороться далее, так как сейчас, думаю, получили неплохую силу воли свою, усилили ее, как мы видим, этим камбэком, ну и теперь будем ждать того, как пройдет игра у нас на допах. Но сейчас будет небольшая пауза, где-то 2-3 минутки, друзья, и возвращаемся к вам после нее на продолжение этой серии.
Ну что ж, друзья, серия не закончилась, допы все-таки случились, и мы с вами на этих допах находимся. Фланки и бомбини для вас продолжают работать в рамках этого канала, в рамках финала РМР Америки. И мы видим... Да, друзья. Да, эмоции, конечно, обе команды переполняют. Ну и посмотрим, как они провели эту трехминутку. Есть по 10 тысяч у каждой команды. Ну и закупается, поехали. Начинает Imperial за защиту, в принципе, учитывая, что они очень хорошо играли. Хотя нет, учитывая счет 15-15, может, и не очень хорошо играли в защите в этом матче. Но, мне кажется, по сноуболить им будет чуть легче. Да правда, и... Да, тут пока как мы видим, гранаты прилетели, Бигузера все-таки через этот молик просочился. Потеряв минимальное количество хп, Ферк, видим, здесь остается в центре на контроль выхода с фонтана, но видим, что он ступает, занимает все-таки позицию на планте. Сейчас надо играть стабильно, конечно, то есть Imperial все-таки, ну, добрались до 15 раньше, да, то есть можно сказать, что они все-таки чуть лучше играли на защите. Да, на защите все же... Взяли побольше раундов для себя Imperial, но в любом случае, потому что они считали, что они 9-6, имея 6 раундов только тут. Конечно, раундов на ошибки нет у обеих команд, надо пробовать, особенно, что переходить с преимуществом на сильную для себя сторону. Опять чела, энтрифрагер великолепный, забирает одного и второго. Фер тут принимает дальше выход, справляется. Ну, тут ПКЛ, конечно, придется раскручивать как-то ситуацию. Тут Fallen из банка срабатывает по бомберу. Ну и бомба выпала, скал теперь как-то соло. Ну, закон подлости опять. Угу. 4 раунда не могли взять ни одного. Сейчас же в первом же раунде допов берут, как мы видим. Ну что же, хорошо. Да, 4 в 1. Ситуацию, конечно, для Пейн здесь разрулить, честно говоря, сложно. Против 4 игроков здесь отстреляться только против одного, как мне получается. Дальше ребята берут. Ну вот опять. Опять у нас крики эмоций. Ребят, но я бы на вашем месте не спешил по поводу основного тайма. Надо все-таки здесь сначала доиграть, а потом уже радоваться победе. Тем более, все еще напоминаем, что эта победа пока еще не гарантирует им слот на мажоре. Им нужно будет сегодня еще против комплексити встретиться, ну, победителю данной серии. И все же забрать тот самый слот на челленджер. Ну да, все равно ничего не будет закончено в этом матче для команды победителя. Преимущество минимально организовывать для себя имперцы, могут двигаться на следующий раунд. First to 19 у нас, как всегда, серия, все стандартно, бай для обеих коллективов, но на следующий раунд могут без АВП уже разыгрывать пейн в случае поражения. Чел-то у нас 26 фрагов настрелял-то в этом матче. Да, я говорю, он неплохо здесь стреляет. Во-первых, главное, что он энтри киллов делает очень много. Вот, наверное, больше половины, наверное. Энтри он точно сделал для своей команды. Все время находится, так сказать, во фронтлейне коллектива. Ранбустик, кстати, сейчас будет от Зеви. Ранбуст. Ну, понятно, здесь никого не было, поэтому он был все равно не столь эффективный. Закрыто играют чела с фером у нас. Да, чела с фером у нас на A. На Б перетянулся Fallen, есть Болтс и Винни, стандартненько так пробуют кружлять вокруг болота, через монстр, проверять коннектор время от времени. Ну и 44 секунды, слушай, да опять начинаются валидольные выходы, могут быть, тут чела поджимается очень близко на шарте. Может поприветствовать игроков, но тут Винни наверх низ ловят. Очень быстро подходит Fallen обратно на... Ой. Разворачиваются-то они на Б в любом случае. Тут как-то соло болцу надо как-то принять. Никак. Ой, никак, никак. Слишком много игроков. Ну и там еще 2 минуса еще сделали. 2 безответных минуса. Вообще безответные все минусы получала команда Imperial. Так, у нас Фер хотя бы сейчас услышал, но, опять же, мы видим, что ему тут со спины, во-первых, выходят, забирают его. Ну что, Fallen хотя бы с одним игроком здесь справится, не знаю, может быть, сейчас устроит какой-то дефьюз. Не, ну, смока нет, да, его тут, скал забирает, и раунд для команды Pain. Ладно, все еще ребята держатся.
теории вынеси скалз, он мог бы подбежать, быренько начать там дефьюзить бомбу до Талова, пока там... Все равно плюсы отбежали бы оппоненты. Мне казалось, там же два игрока было, там с двумя надо было справлять. Один в девятке был, один скалз находился. Так что, не знаю, не знаю. Там нужно было что-то... Так вот, разобрали. Разобрали как-то команду Imperial в этом раунде, 16-16. Финальный раунд первой половины. Этих допов, ну, Imperial. Ну, потому как они действительно только 6 раундов взяли в атаке, честно говоря, за второй раунд здесь в защите стоит цепляться 100%, нужно на него рассчитывать. Полностью снайперская винтовка здесь в контроле, но, опять же, два игрока там сейчас будут, они вообще бустом занимаются, проверяют, как мы видим позиции, запрыгивают, но, кстати, может, кого-то там они все же и найдут, давай посмотрим. Там вроде как, правда, на них вроде смотрят. Да, только вот скалз справляется с Винни. Не точно. Да, не точно. Твини было. Посвистело возле ушей скалз. Еще минус фоллен. Так как же рассыпается? Опять минус плен. Ну, тут Бол все же отвечает по ПКЛ. Можно еще побороться. 3-4. Но ну, если придет Фер, конечно, и минус Бол. Так, чело. Не... Слушай, я на самом деле еще бы не хоронил команду Imperial. А? Чела здесь, как обычно, продолжает настреливать очень знатно. Бегузера, правда, в это время начинает проходить вай, туда отправляется на сферу. Но успеет ли он на контроль? Вот в чем вопрос. Бегузера проверяет, как мы видим, здесь пока мид пусто. И вот сейчас главная дуэль, которая может стоить раунда команде Imperial. Это дуэль на А. Не видит. Фер, может, не увидел? Видит. Он увидел ствол, увидел, и да. Все же перестрелял. Да, теперь уже, как мы видим, здесь молик полетел, смог есть. Смог также имеется от Карзао, и он будет на машину ставить. Угу. Да, ставит на машину, но Фер все же справляется. Божечки ты мой, какой сложный раунд. Да. Половина чуть-чуть вырывается у нас с имперцами. Но как-то подприуныл у нас Болс немного, и хоть покричал чело, но все равно этот крик был, может быть, уже как крик души, потому что, увы, ребята, вы отдали 4 серии с поинта. 4. В один момент. Да, так что явно ничего веселого пока нет. Пока эта карта не закончится в вашу пользу, пока эта серия не закончится в вашу пользу. Радоваться, конечно, не сильно стоит. Фоллен великолепно поймал Зеви. Как мы видим, Зеви тут тоже со снайперской винтовки мчался, но Фоллен на своей позиции в туннелях оказался быстрее. И... Попал, прочитал. Да, попал, прочитал Фоллен, что будет быстрее всего. Девайс, либо же авик. Еще и на авик попал, сейчас тут уже плюсы. Главное не расслабляться после таких моментах, да. И уже глубоко должны сидеть игроки в обороне. Скалс на подсадке. Как креативная подсадочка. Но из меньшинства все равно будет сложновато. Возможно, опору здесь устроить. Тем более, пока еще минута времени остается. Imperial пока не раскрывают все свои планы. Зашли в смок на курилочке. Тут можно протянуть через туалет и попробовать. Также лонг проверит. Там ПКЛ все же. А, Бегузер там, да. Там Бегузера... Хардзау отправили, конечно, ударную силу команды подпроверить. Случило лонг. Вот ну, это был, конечно, момент проблемный, опасный. Но флешка Фоллена, конечно, спасла здесь тиммейта, дала еще сделать фраг. Ситуация 4-3, остались у нас Imperial. Ну и скалз здесь, кстати, Хелпад пока Элла долго идет. Очень. Но они будут все играть с одной позиции. Болт в это время с Бегузера справляется. Скалс, мне кажется, проверяют его позицию уж точно, да. Ну и 4 в 1. ПКЛ справляется с одним. 12 секунд. Надо бомбу ставить. Хаешка прилетает. 4 хп остается. ПКЛ забирает еще одного, но он остался против двух игроков. И с 4 хп, что, конечно, не дает ему здесь сильно много шансов. Фоллен, кстати, наверное, не знает по поводу хп. Все-таки со снайперской винтовкой продолжает выходить. Скоп, ПКЛ. Ну, тут пистолет все-таки от Фоллена был использован. И раунд ребята из команды Imperial взяли. Окей. Это снова серия с поинт. Даже два. Ну да. Тут у нас теперь все равно два раунда отыграть, но отыгрывать. Опять чела очень эмоционально себя повел в этом раунде. Тут босс, конечно. На этот момент флешка Фоллена капец как спасла Фера.
Если вспоминать, как Фер на длине сделал, пока был в блайнде Бигузера, он просто водил прицелом и не стрелял. То есть, хотя там полностью full open стоял перед ним Фер. Один раунд нужен сейчас в атаке для имперцев. К баю обеих коллективов есть. Так, на детской площадке чела тут кого-то заметил. Не знаю, кого он там увидел. Фантомные просто какие-то силуэты произошли. Пострелял, не нашел, но... Ну, это не первый раз в этом матче, заметь, то он вверх-вниз, когда проходит, пострелял за стеллаж, то теперь он детскую площадку проверить решил. То есть, я понимаю, префами ходить, стрелять это хорошо, но не настолько же. Вот так вот. Бигузара может вывалиться сверх-низа, проверить, да далеко все уходят на длину игроки, и вижена просто не будет. Что могут попрыгать с пикничка, но нет. Суни, ну обратите внимание, опять аплент оставляют. Как бы этот аплент сейчас не стоил просто серии команде Pain. Да вряд ли. Конечно, пока еще нет каких-то серьезных предпосылок к тому, что они провалят, но тут болт сделает минус по Бигузере. И вот это уже как раз звоночек. Зеви, минус есть, хорошо. Дальше, кстати, вот тут надо вскрывать. Ну вот ему на два, ну да, на две стороны надо работать. И вот таких мидиум со второй он не справляется. Остается последний скалс. О, божечки ты мой, 1-3. Забирает одного, с фолоном здесь может сейчас перестрелку устроить. Но нет, друзья, Империал! Все-таки продолжают борьбу за слот на мейджор, обыгрывая Pain. И честно сказать, символично, как всегда, Габриэль Толедо ставит точку в серии, точку на карте. И все, ребятам есть у них целых 5 часов отдохнуть, примерно 4-5 часов, для того, чтобы выйти в комплекте на решающую, принципиальнейшую...